Еще раз спасибо. Навести меня, когда станет немного спокойнее.
будет еще время для песен. Там в воде что-то есть. Можем поднять на борт. Покидает мостик! Thank you.
Thank you.
Yeah!
Аид заждался тебя.
Кузня активна. Хран синхронизировали трансляцию. Контакт установлен.
А, я узнаю твои шаги. Ты вернулся. У меня добрая весть. Я был у статуи Афины на Акрополе. Ах, если бы я мог быть там, рядом с богиней. Скажи, какая она? Афины — город статуй, а богиня — самая величественная из них. Она взирает на город с высоты, как безмолвный страж. Да, она не только защищает Афины, но и напоминает о бедах, выпавших на долю жителей во времена вторжения. Твой черед рассказывать. Ты сказал, на тебя покушались. Того, кто убил тирана Ксеркса, звали Дарий. Он не был похож на прочих убийц, коих знала наша история. Потом ему заплатили за мою смерть. Убийцы царя поручили убить нищего? Зачем? Хочешь подробности, да? Так расскажи мне еще историю. Я был в Акрокоринфе. Оттуда вся Коринфия видна как на ладони. А, я могу лишь гадать, как последователи Афродиты чтят свою богиню. Гетеры всячески воздают хвалу Афродите, особенно по ночам. Ваша богиня стоит того. Когда я был моложе, по ночам часто думал о том, как бы мне воздать ей хвалу. Вот и вся история. Теперь твой черед. Итак, кто-то хотел твоей смерти и нанял Дария? Верно. Мой брат. Твой брат? Это какая-то бессмыслица, старик. Так и быть. Я тебе расскажу. Мы с братом последние из сыновей царя Ксеркса. Не может быть. Тогда ты стал бы царем. Я был им. Меня зовут Артаксеркс. Я хотел, чтобы в Персии воцарился мир. Но мой брат жаждал власти и нанял убийцу. И вот я здесь, изгнанник, просящий подаяние. Я продолжу, если ты... Да-да, с меня история. Я был на горе Тайгет. Правда? Скажи... Ты видел бога, пожирающего спартанских детей? Тайгет — это самая обыкновенная гора. Источник страданий там — люди, а вовсе не боги. Как и во всех самых ужасных местах. В детстве я... Я почувствовал это в тебе сразу же, ношу страдания на твоих плечах. Оставь это в прошлом. Скажи мне вот что, царь Артаксеркс. Как мне тебе поверить? Ты совсем не похож на царя. Ну, в этом весь смысл. Я же скрываюсь. Докажи. Ладно. Я знал человека по имени Фемистокл. Афинский полководец. Я слышал, он был подвергнут остракизму. Все это политика. Он приехал к нам, ко мне, и искал убежище. Я был царем, но очень юным. Он учил наш язык и рассказывал мне истории о родине. Об Акрокоринфе, о горе Тайгет. О местах, где ты не был. Я любил их слушать и любил Фемистокла как отца. Он был так добр ко мне, не то что Ксеркс. Я могу рассказать тебе, где он спрятал сокровище. Хочешь послушать о птице? Могу рассказать. Это отрада для меня. Она великолепна. Изготовлена из клинков павших солдат. Она высится над Стимфалом, над золотыми полями. Стоя там, так легко забыть о войне. Значит, все так, как я слышал. Птица — символ борьбы Геракла против хаоса и стоит там, где царит покой. Надеюсь, мир будет так же давлеть над хаосом. Итак, я побывал в пяти местах, о которых рассказывал Фемистокл.
За это я буду вечно тебе благодарен. А вот моя история. Фемистокл умер в Персии и не был там чужаком. Я обещал, что увижу места из его рассказов. Они живут во мне, а теперь и в тебе. А твоя история? Я заставил всех поверить, что покушение было успешным, и сбежал. Артаксеркс, я должен сказать тебе еще кое-что. Что? Царь Спарты Леонид был моим дедом. То есть? Твой отец, царь Ксеркс, убил моего деда. Тогда ты должен отомстить за него. Артаксеркс, лжецарь, Мистий привел меня к тебе. Я закончу то, что начал. Алексиус, прошу. Держись за мной. Время умирает. Артаксеркс, ты ранен? Хоть ты и мог отомстить за Леонида, но спас меня. Спасибо. Не мог. Он хотел тебя убить. Наверное, это был очередной наемник. Верно. И теперь брат отправит за мной кого-то еще. Потом кого-то еще. Пора мне принять свою судьбу. Ты смелый человек, Артаксеркс. Этому меня научил Фемистокл. Что ж, теперь твоя награда. Ну, я спас тебе жизнь, царь. А еще объехал ради тебя всю Грецию. Точно. И в твоих рассказах я слышал речь самого Фемистокла. В гробнице на Саламине, где он спрятал сокровища, ты найдешь награду. Гробница возле того места, где он разгромил моего отца. Сокровище Фемистокла в Саламине. Интересно, что же там?
Как пить дать, жертву застали врасплох. Я тебя не забуду. Son parafta. Τέσσερα και δέκα, έξι και δέκα, οκτώ και δέκα, είκοσι, δύο και είκοσι, τέταρα και είκοσι, έξι και είκοσι, διήν δέοντα τριάκοντα, τριάκοντα. Αληθώς τούτο συνέβη. Όχι, για κάτσε ζωής.
У меня товары отменного качества. Очень рад.
я нашел. Гробница из сказок Артаксеркса. Это она! Лучник укрылся вон там. Тебя ждет встреча с Аидом. Будь начеку, я смотрю тело. Thank you.
Τραγωδία ανέρεσης εστί, εστίμιασμός, ιδιόμενος συνεχώς. Πολιώνιμε, πυρίπολε και τελεπάρχα, θεόν πάτερ ιδε και ιε. Богиня войны, радостно на тебе видеть свой город в преддверии.
Ну же, си, беги. Пистопа.